как их много. Их очень много, их очень-очень-очень много. Продолжаем проходить сюжетную кампанию в игрушке Клон Армии. С вами Клодридди, и всем приятного просмотра. У нас 17 уровень, скоро будет главный босс. Let's go, погнали, тут уже сложные начались миссии, смотрите. О, как же их много, их очень много. Ракетчица, вот это прям, блин, будет жестко. И также лазерная установка. В дело пошло оборудование, ребятки, тяжелая техника. Я не знаю, справлюсь я или нет, но я постараюсь. Я хочу на 3 звезды. У нас 10 попыток есть, и нам сотню сразу дают. Если брать, то лучше, наверное, дробовичка. Он хорош в своем деле. Промазал. Боже мой, это было сложно, но я сделал это. Твою ж. Успел. Пистолетчика успел завалить, и у нас 140 монеток. Ну, вроде бы неплохо. Наверное, опять возьмем дробовика. Вот сейчас будет попроще. Нам нужно нафармиться на какого-нибудь сильного клона хорошего. Так, все отлично. Наверное, подождем. Он пока прыгает тут. Давай, вперед, я за тобой. Идем, 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 идем. Команда еще этот. Так, неплохо. Неплохо, 220. Ах ты, зараза. Так, ну я уничтожил, смотрите. Теперь, знаете, что бы нам, на что бы нам нафармить? На Гионера было бы здорово. Поэтому давайте возьмем пистолетчика. Или кадета взять. Давайте кадета возьмем, он больше пользы принесет. И потом у нас будет Гионер. Я уже могу стрелять. Так, придется нам немножко ждать. Идем за мини-танчиками. Близко не подходим. Так, минус команда. Вот команда уничтожить. Получилось. Может еще, ну как, пистолетчик еще уничтожить. Смотрите. Нормально, хорошо, что кадета взял. Хороший кадет. 590 зарабатываем. И еще пистолетчика в конце уничтожили. Так, а, блин, что-то я не посмотрел, что там дальше. Ну давайте возьмем. Может, давайте медика возьмем. Там еще кинем аптеку. И я думаю, следующая попытка нам хватит, чтобы победить. Потому что вдруг там что-нибудь сложное будет. Придется 2 гёнера брать. А так мы возьмем лекаря. Я думаю, нам одного уже хватит. Так, потихонечку идем. Не торопимся, не торопимся. Продвигаемся. Понемногу, помаленьку. Ой, опасно, ой, опасно. Надо устранить все это, потому что он с одного раза может уничтожить. Так, вперед, 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 вперед. Там пистолетчик. Так, все, друг друга убили. Ну да, тут аптека понадобится, определенно понадобится аптека. Так, ну вот и думай, кого брать, кого реально брать. Просто если я возьму, блин, джетпака взять, что ли. Давайте Тинкера возьмем. Мне кажется, Тинкер хорошо здесь подойдет, но надо будет аккуратнее играть. Гионер не пройдет, потому что лазер он не сможет пройти. Тут Тинкер идеально подходит. Выпустим своего дрона и уничтожим там машину. Так, ракетную установку надо уничтожить. Продвигаемся потихоньку. Блин, нравится мне этот тинкер. Хороший. Так, время у нас не ограничено, поэтому нам спешить некуда. Лучше сделать все качественно и осторожно.
Так. Угу. Ой, опасно, я опасно. Опасно, рискую, я рискую. Вот отсюда, да, давай. Неплохо, 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 неплохо. Он не достает до меня, он не достает до меня. Отлично. Я могу поближе подойти. Опять запускаем. Запускаем, отлично. Так, вот. Он... Блин, он что, перестал стрелять, что ли? Он сломался? Да ты шутишь. Ладно, дойдем. Так, он не дойдет до меня. Так, смотри. Я давай, я быстрее его. Я могу отбежать. Пострелять. Отбежать. Блин, он идеальный. А кто мне говорил, что Тинкер плохой клон? Посмотрите, что он творит. О, он слабый, как им играть? Ну, кто-то писали такие люди. А я сразу им сказал, что Тинкер это лучший клон. Лучше, намного лучше, чем даже Экстерминатор ваш самый любимый. Вот что творит, смотрите. Молодец. Но Экстерминатор тоже хорош. То есть они разные клоны. Это более такой, у него тонкий подход. Нужно все сделать правильно. Так, 18-я миссия, погнали. Ну-ка. Боже мой, я вообще справлюсь с этим? Надо всех уничтожить, да? Всех надо уничтожить. Ну попробуем сделать, ну а что нам делать? Сколько у меня будет денег? Сотни есть, отлично. Тогда берем дробовика. Дробовик это идеально просто из дешевых клонов, чтобы нафармиться. Он свое окупает. Нормально. Смотрите, 100 заработал, да? Игру, он окупает свое. Поэтому берем лучше дробовика. Кстати, по-хорошему бы его прокачать. Это что он 7 уровня? Он заслуживает повышения прокачки, я думаю. Так, тут надо аккуратно. Тут надо аккуратно, я же сказал. Ну, боже мой, ну я один раз промазал, потому что он резко отвернулся. Могли бы лучше сыграть. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Просто чуть подольше поиграем. Так. Я сам ошибся. Вот здесь, видите, он резко отвернулся, я стрельнул. Это опасный, конечно, опасный. Опасный. Еще один опасный. Да что ты прыгаешь? Слушай, ну он прыгает, из-за этого я попасть не могу. Так, нафармится. Мажу, 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 мажу. Он так же ходит, как и я. Отлично. Отлично, может на Гёнера мы накопили. Ну сейчас получше сыграли. Все, Гёнер уже зарешает. Ты не можешь лекаря взять? А, тут надо на кнопку нажать. А, блин. Капец. Тут кто-то должен нажать на кнопку. И постоять. Блин, это сложно, поэтому не будем лекаря брать. Там кто-то должен долго-долго стоять. Еще один. Сложно, смотрите. Но у него много тоже КП, такой мини-танчик. Примерно как дробовик. Так, вот с ним тоже шутки плохи. Так, идем, идем, идем. Подожди. А как нажать-то?
А как я туда допрыгну? Блин, я не могу допрыгнуть туда, я... Да вы издеваетесь. А, надо накатить... Все, надо просто прыгать, просто будем прыгать. Просто будем вот так прыгать. Все, нормально. Нам надо сейчас прыгать, 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 прыгать. Они, ворота будут открыты. Тут Гёнера лучше не брать, он не пройдет здесь. Будет сложно, конечно, ему. Он может упасть. Подольше просто попрыгаем. Может, с этим мы пройдем. Так, ну ладно, хватит. Не, нифига мы не пройдем. Это чтобы самоубиться, видимо. Так, Гёнера тут не прокатит. Тут сложно ему, конечно. Давайте, блин, Тинкера нашего любимого, конечно. Давайте Тинкера возьмем. Он там зарешает. Я думаю, он справится. Это, считай, два клона в одном. И стоит дешево 600. Довольно-таки неплохо за 600, слушай. Хороший клон за 600. Очень хороший даже. Ну это, смотри, смотри, как долго мы его бьем. Тоже танчик. Так, я прохожу и сначала уничтожаю турельку. А там будет видно. Вот, сейчас мы легко расправимся. Бау-бау-бау, и все. Три выстрела из дробовика. А мне такой же дробовик или получше? Так, не торопимся, не торопимся. Вот тут, конечно, будет замешаловка сначала. Я не понял, что делать. Я потом понял, что надо на рычаг нажимать. Давай, давай, ну же. Попробуем справиться. Я пока не понимаю, что надо делать. Надо долго-долго прыгать, да-да-да. Так, уничтожили. А ведь меня раздавить могут. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он пытается запалить, турельку пытается запилить. Он турельку пытался запилить. Так, ну-ка. Так, потихонечку, слушай, тактически важно. Потихонечку действовать. Стратегически точно. Пониже, 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 пониже. Он сейчас всех замочит. Фу, боже мой, я испугался, я думал, дойдет. Вот назойливая мука, смотрите, какая. Вот и все, ребята. Тинкер красавчик. Офигеть. Это здорово. Так, 19-я миссия. Боже мой, танки едут. Это будет сложно, это будет сложно. Нет, 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 я не смогу. Я не справлюсь, я боюсь. Много. Их очень много. Их очень-очень-очень много. Надеюсь, мне получится. Надо базу уничтожить. Да, клон машины надо уничтожить. Я, видимо, откуда-то с центра появлюсь. Меня будет прессинговать танк. Сколько? У нас сотни есть. Ну, дробовик. По стандарту дробовик. Дробовик или кадет. Это два лучших дешевых клона. Так, нормально. Проходим, проходим, проходим. Боже мой. Ну я как всегда лоханулся. Ну как же без этого? Ну как же без этого, блин? Я мог дальше пройти. Я мог реально хорошо сыграть. Твою ж дивизию. Ладно. Играем как играем. Так, а с левой стороны, что там прям пойдут? Уже нет.
Там экстерминатор, мать его! Капец, экстерминатор, вы видели его? Боже мой, боже, боже, боже мой. Ну вот кого брать? Ну давай дробовика попробуем, что ли? А потом базучика резко уничтожим. Я готов, мы сделаем сейчас. Сейчас, все, мы сделаем. Так, пускай в левую сторону идет. Экстерминатор убьем, много денег получим. Он идет за нами. Уничтожили, отлично, все. Теперь отступаем. Теперь базучика надо уничтожить. Так, ну тут неплохо. Отлично. Что там дальше будет? Так, там гёнеры. Ну что могу сказать? Давайте лекаря возьмем. Лекарь тут хорош будет. Неплохой клон. Слушай, тут же так же можно тинкера взять. И меня по сути не достанут, да, они? Мне кажется, так же можно тинкера брать. Ладно, нам сильный тоже понадобится. Ладно, я уничтожу его. Так, все, хиляемся, молодцы. Просто быстро выпилил. Нормально так. Тинкер. Я боюсь тинкера брать, реально боюсь. Страйкера взять. Давай страйкера возьмем. А вообще можно здесь стоять. Слушай, они же поедут к нам. Они же поедут на нас. Давайте здесь постоим. Попробуем здесь их уничтожить. У меня появился план хороший. Все, мы здесь стоим просто наготове. Попробуем тут всех прям уничтожить. Так, главное близко не подходить. Че, едут. Там кадетов много. Капец. Ну, попытка была неплохая, но ё-моё. Давай, короче, тинкера возьмем. Мне просто интересно. Может, получится. Надо кадетов уничтожить. Так, выпускаем машину. Полетело. Блин, далеко не может. Прыгай! Боже мой, я упал случайно. Я случайно упал. Аптека. Я его успел уничтожить, сам погиб. Блин, я бы мог отхиляться от аптеки. Короче, это вещь, ребят. Тинкер, это вещь. Давайте еще одного возьмем тинкера. Может быть, даже танк зарешаем сейчас. Я упал случайно, я на краю стоял, надо здесь что ли стоять. Так. Две турельки. Фига себе, они мочат танк. Танк разобьем. Тут еще и ракетчик. Нормально, полетели.
Так, Тинкер выходит. Выходит Тинкер. Он может здесь постоять. Так, полетел опять. Неплохо, неплохо, неплохо. Опасно, опасно, опасно. Так, здесь меняем позицию. А вот он, вот он. Нет, не пойдет. Так, окей, хорошо, хорошо. Слушай, нифига себе, нормально. Так, начинаем стрелять. Начинаем стрелять, меняем позицию. Блин, Тинкер красавчик. Офигеть, что он творит? Что он вытворяет? Я научился им играть. Это просто дикая имба. 20-я миссия, давайте будет последняя. И потом у нас завершение будет 21-я и 22-я. О боже мой. Новая миссия. Мы вертолет чиним. Нам нужно будет отбиться от них, да? Сколько у нас времени для отбивания? Вон он, смотрите, главный. Нам надо тоже... Подожди, а клонированную машину как мы уничтожим? Мы не достанем. Так, ну все, нужно просто продержаться. Там уже начинают бить, там уже начинают стрелять в меня. 50 монеток, давайте с кадета, что ли, начнем. Да, дождаться. А всего лишь, блин, минуту 45 дождаться. Я думаю, я справлюсь. Так, нормально. Блин, получил удар. Пока пистолетчики идут. Так, отбиваемся нормально. Команда хорош. Команда хорош, слушай. Хорошо справился, хорошо, прям очень хорошо. Ну, тут насчет Тинкера даже не знаю, стоит брать его или нет. Марксмен. Давай его, наверное, возьмем. Хотя команда тут лучше подходит. Этот если убегает, он отворачивается. Вот что плохо. А этот может убегать и стрелять. И в этом его прям большой плюс. Так, стоим на обороне. Надо лучше подфармить, взять... кадета. Много потерял. Ну или хотя бы дробовика взять. Ой, пошли, пошли. Нифига себе, там их много. А тут, блин, на лекаря нет, совсем немножечко не хватает. Так, ну Гёнер, да, тут Гёнер хорошо подойдет. Тут надо выйти вперед, наверное. Так, ну я думаю, я отобьюсь. Но если не сейчас, то следующим ходом отобьюсь. Так, все, стоим здесь. Может даже вперед потом выйти. Так, стоим за автоматчиком. Опасно, опасно, сейчас пойдет. Куча пойдет. Так, вот дробовики сейчас пойдут. Это сложность вызовет, потому что они действительно сильные. Урона много впитывают в себя.
Блин, просто с одного... Капец. Медика взять в конце, отхиляться. Он прыгать не может, вот в чем проблема. Против Гёнера базучий просто идеален. Так, главное аптеку вовремя не выкинуть. Так, кидаем когда? Когда базучика увидим. Нам нужно будет его базучика еще убить. Ой, получил, конечно, плохо. Тороплюсь, тороплюсь, хочется побыстрее. А время не поторопишь. Так, все, бросаем. Теряемся. Так, отбились. Все, стоим. 40 секунд. Все, у нас тут стратегическое место. Тут и аптека есть, и все. Ой, здоровяк пошел. Капец, 23 секунды. По сути, только от них надо отбиться. Ну, кто здесь подойдет? Блин, Тинкер, конечно. Даже не знаю. Киборг тоже, блин. Гигант. Все, гиганты берем. Так, ну и по сути нам надо будет просто... Просто дождаться. Дождаться... Когда они вернутся. Ладно, ждем. Ой, пошли, пошли. Возвращаются наши. Так, ну сейчас начнется. Сейчас начнется жара. Так. Давай здесь будем ждать, наверное. Сейчас поприветствуем, поздороваемся, смотрите. Бада-бум. Нет! Я промазал, ну почему ты промазал-то, боже мой? Ну почему ты промазал? Ну как ты так мог умудриться? Ну кого тут брать сильно? Тут надо, блин, гигантов брать. Киборга, давайте киборга возьмем. Надеюсь, получится. Ждем, когда они возвратятся наши. Так, наши возвращаются. Аптека поставлена. Так, кажется, гигант идет. Там немножечко остается у нас. 1000, да, осталось? Блин. Тут прям сильный нужен. Мне не хватает. 1400 не хватает на Брута. Брут бы там зарешал бы по-любому. Не знаю, давайте гиганта возьмем, а там будет видно. Блин, сложная миссия, конечно. Опять ждем. Целую минуту, да? Пока вернутся. Так, сейчас пойдем. Может заранее подготовиться. Так, этого надо убить, я боюсь его. А сразу на Брута прыгаем. Нам нужно прыгнуть и потом ударить по нему. Кстати, было прикольно, если бы высота влияла на урон. Так, мы сейчас не прыгаем, мы прыгаем, пропускаем. Так, вот на него надо будет прыгнуть.
отходим, 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 отходим. Прыжок, прыжок, прыжок. Бадабум. И давай опять. Калашматим. Прыгаем. Мы выдержим, выдержим. Короче, там осталось только просто добить их. Добить. Кто может добить? А все, кстати, мы... Все, ребята, нам как раз хватает на Брута. Отлично. Восьмая попытка. Я думал, тут 3 звезды будет. А у меня Халк. Халк такой красавчик. Так, нормально. Стоим, ждем. Пошла подготовка. Так, ну мне надо впереди базы встать по-любому, чтобы никого не пропустить. Можно даже рядом с аптекой встать, вот так. Мы даже заранее постреляем, давайте заранее постреляем. Мимо. Так, стоим, ждем, стоим, ждем. Надо выйти, наверное, будет. А все, зарешали. Зарешали, ребят. Да. Миссия пройдена. Ну что ж, на этом мы заканчиваем, ребятки. Следующая серия у нас будет 21 уровень, 22. И там будет последний, заключительный босс. Так что не пропусти это событие. С вами был Даридий. Всем пока, до новых встреч.